Ребят, всем привет! Всем привет! Сегодня мы в шикарном месте. Сегодня мы вообще просто в шикарнейшем месте. Это отель Star New River. Сегодня наша дочка выступает на вечере, посвященной искусству, посвященной любви. В общем, мы так поняли смысл этого мероприятия. Она будет петь китайскую песню. Буквально за 3 дня она выучила. У нее дополнительные были часы, и она изучала эту китайскую песню. И нас сегодня пригласили вот в отель Star New River. Мы в крутейшем месте, будем сейчас это все снимать, потому что здесь так распомпезно. Кстати, да, и мы неподобающие одеты. Классный руководитель Полины нас не предупредила, что нужно будет. Ну что, здесь будет настолько все шикарно. Мы, короче, вот как вышли из дома, вот так и пошли. То есть мы одеты не по-праздничному. Ну, в общем, как бы мы отсюда уходить не собираемся, потому что наш ребенок будет петь. Ну, пройдемся, посмотрим все. Здесь очень так шикарно. Мероприятие. Ну, мы уже заходили туда внутрь. В общем, там какие-то столы, там даже чего-то даже накрыто. Там планируется какой-то фуршет, видимо. Вон люди стоят на входе, все в пиджачках, буквально все в платье с причесонами. Блин, нам как-то неудобно. Мы одеты маленечко неподобающе для данного места. Hello. Вот просто посмотрите, вот посмотрите, как китаянки накрашены красиво, смотрите, здесь прям. Катя, как ты себя ощущаешь среди этих всех нарядных дам? Алло. Это, кстати, со школы. Это наш директор или ректор, как ее назвать, я бы. Ну, мне, в общем, находиться здесь очень неудобно. Ну, потому что мы в кроссовках лежим. Когда будете выступать? Я не знаю. Что за песня такая-то, скажи? Папа, мама, люблю маму, короче, плохая мама, хорошая мама, хорошая мама. Все хорошая мама. Ну не дивитесь, девочки, вы что? Мы находимся на благотворительном вечере, посвященный детям с ограниченными способностями. Здесь продаются произведения искусства, которые сделали дети, ученики наших школ, всего канадского сообщества. Это 4 бренда школ, разные школы. Вы хоть слова-то помните, что петь-то, а? Да. У меня есть бумажка. Помните? У меня есть бумажка. Да не надо эту бумажку. А там что, по-русски написано? Нет, по-китайски. Ну, как но все равно. Я там по-турецки. По-турецки? Ты умеешь по-турецки говорить? Читать, то есть. Я умею по-английски, по-китайски. Это китайский. Сам ты турецкий. Покажи. Это ай, мама. Сейчас нужно нам самый назад. Вот назад. А там идут вот такие. Я только и знаю вся. И вот это ай, мама. Короче, вот эти две бумажки, это люблю маму. А это не люблю маму. Это ты. Две девочки европейской внешности общаются на китайском языке.